Ребят, всем привет! Большой привет подписчикам! Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Давненько видео не снимал, не выкладывал. Сейчас работаем перед праздниками, чтобы немного подзаработать. Новый год скоро. Видосики обязательно будут. Еще много чего запланировано, чего не сделано. Что в планах, что в голове. Сегодня хотел поговорить о такой проблемке. Где-то лазил в какой-то группе и наткнулся. Человек спрашивал, горит ЕБС у Ивеки, у Стрелиса, красным цветом на табло. В чем проблема, куда лезть? Вот хотел поговорить, у нас была такая же проблема. Только там, по-моему, спрашивали, курсор 13 или 16 стоял. У нас курсор 10, но у них, по-моему, смысл один и тот же, что по ходовой части, что по электронике практически то же самое. И вот хотел рассказать, у нас тоже горела лампочка, у меня она загорелась, то пропадала, то появлялась, чем мы делали. Сперва загоняли на диагностику, показывало, что неисправность в системе вот АБС, ЕБС этой. Датчики меняли АБС-а, проводку скрывали. Сейчас я покажу, чем все это закончилось. Я где-то в видео говорил, что косу вскрывали, делали, потому что проблемы были. Прицепной кран показывала, регулятор прицепа, ну, тормозов. Лазили там везде, все, проводку скрывали, проводка обрыв много находили. Нам говорили кран менять. Мы как бы не верили в это. Он стоит нереально, этот кран. И как-то ехал я с рейса, звонит мне шеф, говорит, лазил на форуме, увидел, что это типа как бы обрыв может быть. А у меня была проблема в чем? Я еду, у меня загорается красным, пропадают тормоза. Ну, вроде нет тормозов. Заглушу машину, схожу там в магазин или вокруг обойду машины. Завожу машину, все нормально, все работает. ЕБС горит, но желтым цветом, но это неисправность этих датчиков стирания колодок. Проезжаю метров 100, опять пиликает, загорается ЕБС красным цветом, тормоза пропадают. И загоняли сперва, и меняли датчики, и меняли этот передний, главный тормозной, этот меняли кран. Вроде все появляется, ошибки стирают, едешь. Иногда 100 км проезжаешь, опять пиликает, загорается красным цветом. И вот шеф предложил, давай попробуем обойти проводку, чтобы не мучиться, не искать. Машина по 2 недели стоит в сервисе, ищут проблему. Взяли кабель, кинули от мозгов и до самого крана ЕБС. Не поверили, что менять кран надо. И не поверите, все заработало. Сейчас езжу, не знаю, пока испытываю. Сейчас я выйду на улицу, покажу, куда что подсоединяли, что делали. Обязательно расскажу. Ребята, еще хотел добавить. Почему у меня была проблема, что я когда машину глушил, заводил, снова появлялись тормоза. Просто у Ивеки, может и у других машин, так грузовых или легковых, есть такая фишка, что она отключает, когда обрыв, загорается ошибка, и не работает, даже если уже провод обратно соприкоснулся. ЕБС это не работает, пока систему не перезагрузишь, пока машину не заглушишь, по новой не заведешь. Поэтому не могли найти причину, в чем. Заглушу, в магазин схожу, завожу, еду, все нормально. Проезжаешь сколько-то там метров, бах, пропадает. Так же, как с фарами. Если замыкание происходит, они у нее отключаются автоматически. Даже если устраняешь проблему, выключишь фары, включишь, и опять они работают. Вот в этом не могли долго найти, почему так. Оказывается, вот там был обрыв где-то. Сейчас все нормально, отдельный кабель. Как бы мне это удобнее даже. В случае такой проблемы уже знаю, что просто поменять, допустим, этот кабель. Не надо косу вскрывать, я ее аккуратненько все уложу, красиво все, проблем нет. Такой же кабель я и на фары, между фарами пустил, чтобы не гнила проводка, потому что у Ивеки слабая проводка.
основном все проблемы, сколько у нас было с кранами, с электроникой, все было из-за проводки. Сейчас я, ребят, вам покажу, как мы сделали. Вот коробка, я ее сейчас снимать не стал. Здесь подходит коса, идет, по-моему, вот это вот заизолировано. Ее разбирали сколько раз. А, нет, вот. С ЕБС крана к мозгам подходит. Здесь штекер такой одевается, защелкивается. Кинули вот такой кабель. Не помню, 4 там или сколько жил. И протащили его. Сейчас я покажу по раме. Вот он у меня, если видите, идет. Потом вот тут уходит. И с той стороны приходит он у меня. Вот стоит этот кран. Он сзади к нему подсоединяется. И все, проблема пропала. Как бы ездить, сейчас тормоза все работает. Все тормозит, но это пока все так уложено. Потом, конечно, обязательно все в кофрочку аккуратненько хомутиками все соберем. Здесь еще будут пластмасски закрывать все. Сейчас пока это процесс, скорее всего, вот этот амортизатор, наверное, будем снимать, менять. Сайлентблоки здесь опять подразбило. Поэтому пока что здесь ничего не ставлю, чтобы никто ничего не сломал. Даже если кто не хочет, чтобы, как говорится, кабель этот висел, хотя бы просто попробовать, чтобы не покупать за бешеные деньги кран. Мы попросили электрика, он нам здесь подсоединил, а с той стороны штекер обрезал, и все. Потому что косу вот эту много раз снимали, вот это все по раме, вытаскивали все наружу, перебирали, обрывы были какие, все сделали. Кран на прицеп тоже не работал, он заработал. Как бы просто хотя бы проверить, вот так накинуть, электрика попросить, и дешевле будет, и как бы эффективней. А сейчас приеду, будем делать по мелочи. Надо тройничок сюда купить, поставить. Шланчики вот эти поменять. Тоже шланчики плохие, на фен идут. Позанимаемся, и надо будет путь дорогу. Как бы вот так, ребят. Всем спасибо за просмотр. Комментируйте, оценивайте видео. Подписчикам спасибо, кто следит за каналом. Всем пока. Едем домой.